Всем привет, с вами Димарик, это 8-й урок по тюнингу и посадку моделей. В этом уроке я покажу, как сделать злой капот на модельке. Меня просили сделать это на восьмерке, к сожалению, у меня сейчас она отсутствует, и поэтому мы это будем делать все на четверке. Как видите, у меня уже все сделано, но я сейчас расскажу, как это делать. Это будет очень легкий видеоурок. И поэтому можете не перематывать. Так, значит, берем самый обычный маркер, всем, которым мы тренировали и пользовались. В общем, вот. И если у вас черный капот и у вас черный маркер, то просто вот так проводим. Рисуем такой треугольник. Сюда, и получается вот такой вот красивые злые. Злой капот. Ну, на четверке это не очень хорошо выглядит. На восьмерке, думаю, все очень подойдет. Просто воспользуйтесь этой же технологией, там то же самое. Вот. Это все. Вами был Димарик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И еще одна просьба. В нашем большом интернете появилось очень много сообществ, групп там разных, я не знаю, разных публичных страниц по тюнингу и посадку моделей. И я вас очень прошу, зрители мои, заходить только в нашу группу. Ну, вы можете, конечно, заходить в другие, но вот наша подлинная группа, то есть настоящая, которая была самой первой, ссылку на нее я выложу в описании. И пожалуйста, кидайте побольше сообщений в группу, на какие темы снимать уроки. И у нас такая акция, вы можете купить, ну как сказать, приобрести футболку «Тюнинг и посадка моделей». Напишите вашу заявку в наш там обсуждении футболки, и мы вам вышлем примерную цену и... что-то много... Ну ладно. И... ну, вид этой футболки, как она будет выглядеть, там, нарисуем все это дело, потом отнесем в мастерскую, нам сделают футболку. Вот, и еще мы начинаем продавать модели. Если вам нужна какая-то модель, вы можете написать в обсуждении, опять же, какая вам она нужна, и мы скажем, есть ли она у нас такая или нет. Прошу не просить приору, так как такой модели у нас нет, потому что... она идет только 1:43, дорогая, 1:36 пока нет, ну, по крайней мере, я таких не знаю. И я вас спешу обрадовать, в июне или в июле она выйдет от Автотайм. Все, с вами был Димарик, пока.